Доброго времени суток, мои дорогие зрители и подписчики, девочки и мальчики. С вами канал Лайф Второй Надежды. И сегодня мы посмотрим срочное сообщение от Вселенной, о чем она спешит вас предупредить. Поэтому вам нужно загадать себя, вам нужно обязательно сделать самой себе комплимент, так работают эти расклады. И незаметно для себя вы увидите какие-то сдвиги в вашей жизни. Это не миф, это не сказки, это так работает наше подсознание. И когда что-то в нас меняется, все начинает вокруг тоже преобразовываться в соответствии нашим вибрациям и всему тому, что мы излучаем во Вселенную. Да, Вселенная начинает нам отвечать. Много об этом где говорят, но почему-то не особо к этому хотят прислушиваться, а очень-очень зря. Поэтому я буду периодически вам напоминать в таких раскладах. Вот, и я очень надеюсь, что это однажды войдет в вашу привычку. Будем смотреть вас, что сейчас происходит в вашей жизни. Расклад будет небольшой, но до начала расклада поддержите, пожалуйста, и вы меня. Нужно очень мало это поставить лайк и написать комментарий в поддержку канала. Добрый, хороший комментарий. Может быть, пожелаете что-то людям, может быть, пожелаете что-то себе, может быть, мне какое-то пожелание. Это будет очень-очень приятно. Ну и, конечно, по завершению расклада тоже мне очень важна будет ваша обратная связь. Также я благодарю всех-всех за донаты. Конечно, за помощь, которую вы оказываете в виде лайков, комментариев. Это тоже мое спасибо будет такое вот большое-большое. И не измерить мою благодарность. Ну, конечно же, безмерная благодарность тем, кто делится со мной своими финансами. Помощь, которую вы оказываете, это действительно дорогого стоит. Спасибо вам большое за это. Ну, давайте приступим. Я надеюсь, что вы уже загадали себя. Вы уже сделали себе комплимент, что происходит в вашей жизни на данный момент. Переживаете тяжелую ситуацию, неприятная ситуация, когда вроде бы, знаете, вот ложечки нашлись, а осадочек здесь остался. Вот этой ситуации сейчас абстрагировались. Если эта ситуация связана с каким-то человеком, то вы от него отвернулись, вы стараетесь с ним не общаться, потому что никакого нормального общения после тех эмоций, которые вы испытали, здесь не получается. И вроде бы в жизни ведете себя как обычно, но та ситуация, та драма, которая происходит в вашей душе, здесь, конечно, только вам можно будет и понять, да, что сейчас вы испытываете. Если эта ситуация не связана с каким-то конкретным человеком, а с обществом, да, с социумом, с людьми, может быть, с какой-то бытийной, там, житейской ситуации, то здесь тоже показываете, что все, да, вас это не интересует, вам это не нужно. Переживания сильные здесь на самом деле, потому что для кого-то это обман, для кого-то это, ну, воровство, кража, да, что-то присвоили ваше, для кого-то это измена и серьезное такое вот предательство, потому что, вот опять же, да, как бы вы здесь не старались вести привычный образ жизни, и вроде бы внешне вы вполне себе излучаете спокойствие для окружающих, то как только вы оказываетесь наедине или вечером, да, засыпаете, вы погружаетесь, конечно, в эту ситуацию и, ну, переживаете не самые лучшие минуты своей собственной жизни. Давайте посмотрим, чем закончится текущая ситуация, потому что в таких раскладах я в любом случае стараюсь делать прогноз того, что будет происходить дальше. Вот. Мы получаем какие-то советы и подсказки. Итак, что будет происходить дальше? Дальше будет происходить справедливость. Дальше будет происходить такой вот высший или верховный суд, который все расставит на свои места. И если мы смотрим на вас, то, конечно, я не вижу, чтобы вы в этой ситуации были зачинщицей. Потому что карта мага, да, то есть здесь вся правда, она на вашей стороне. Я не могу здесь даже сказать, что все разрешится в вашу сторону, потому что здесь мало сказать, да, что все разрешится в вашу сторону. Вы помимо того, что получите справедливость некую, да, она восторжествует. Более того, вы от этой информации получите еще что-то такое, в чем вы сможете потом дать сдачу, вот по-хорошему, да, там, отомстить, вернуть свое.
Вот. А если здесь стоит вопрос о том, что думаете, прибегать, не прибегать к каким-то судебным разбирательствам, то опять же здесь карта говорит, это было бы правильно, но карта, видите, здесь оборотной стороной. То есть здесь не стоит заранее предупреждать там того человека, там может быть ту организацию или то предприятие, с которым это связано. Здесь должно происходить вот немножечко так за ширмой. И за спиной. Если здесь речь не касается именно таких уже официальных каких-то разбирательств, то здесь все обставится и распорядится таким образом, чтобы вы здесь вышли победителем. Да? Но здесь маг. Я знаю, я могу, я умею. То есть от этой ситуации вы потом сможете извлечь свою пользу. И опять же, против обидчика, против того человека, который или ситуацию вам насолил, вы потом еще сможете извлечь пользу. Я думаю, это здорово. И такие перспективы, они всегда успокаивают, они всегда приятны. Поэтому, мои хорошие, успокаивайтесь, пожалуйста. Потому что то, что здесь происходит, здесь луна, пятерка мечей, семерка мечей, девятка мечей, да, вот семерка жезлов, все. Вот просто вот в какую-то раковину свою эмоционально вы забрались и выбираться оттуда не хотите, вот переживая все в себе. Не копите в себе эмоции, потому что этим самым вы делаете плохо самой себе прежде всего, да, вот те негативные энергии, они буквально вас разъедают изнутри. Там, я не знаю, там, пробегите с утра, там, 5-10 километров, там, выйдите в поле, там, где вас никто не видит, не слышит, там, прооритесь, прокричитесь, дайте своим эмоциям выход, там, не просто там тихо плакать в подушку, а это должен быть какой-то выплеск. Вы обязательно увидите, как вам полегчает. Ну, а в дальнейшем сами будете наблюдать, что ситуация будет разворачиваться. Даже если кажется, что это необъяснимым каким-то образом, да, вот происходит разворот, вдруг люди появляются, которые подсказывают, там, или помощь предлагают. Ну, вот вы это будете видеть. Да, опять же, я сделаю такую пометку, да, небольшую ремарку вставлю, что если вы реально понимаете, что только с помощью там, правоохранительных органов или с помощью судебного разбирательства, то не пренебрегайте этой помощью, потому что карта справедливости и карта мага, опять же, здесь говорит о том, что здесь возможна реальная такая серьезная помощь человеков, людей, которые, ну, собственно, это их работа, да, это тоже, возможно, вам поможет, да, раздумывали, думали, надо, не надо, вот, конечно, я не могу сказать, да, точно, да, это делайте, потому что в любой ситуации здраво подходите к ее решению, вот, но если вы понимаете, что справедливость должна восторжествоваться, и она будет только через какие-то органы, да, здесь карты говорят, да, здесь разрешится в вашу пользу. Опять же, адвокат, да, здесь тоже будет не лишним, потому что это тоже специалист в той области, в которой мы смотрим. Вот поэтому имейте в виду. Хорошо, теперь мы уже смотрим наше срочное сообщение от Вселенной, о чем она спешит предупредить вас. Итак. А здесь, кстати, очень хорошие новости, потому что действовать в том, что у вас происходит, вам в любом случае придется. Просто отсидеться, переплакать здесь не получится. Здесь действительно каждый должен получить по заслугам. И чем быстрее вы прибегнете к тому, чтобы в этой ситуации показать свою хватку, показать свою смелость, показать свою силу, и чем быстрее начнете действовать, тем быстрее эта ситуация будет трансформироваться. Что вы получите для себя? Ну вот опять же, да, вот смотрите, здесь у нас десятка пентаклей, то есть все, что вы хотели бы от этой ситуации получить, там, возмездие, там, справедливость, чтобы человек там вернул долг, да, или чтобы человек там раскаялся и так далее, и так далее, и так далее. Вот все необходимые инструменты здесь, они у вас в руках, да, там в руках, они у вас в голове, они находятся полностью в вас. И, соответственно, те шаги, которые вы должны будете сделать, вы их обязательно получите, как я говорила, будете видеть такой, знаете, вот разворот в вашей ситуации, когда поймете, что именно нужно сделать. Это уже находится внутри вас, просто как только эмоции улягутся, вот опять же, да, вот еще один совет здесь, постарайтесь как можно быстрее эти эмоции выпустить. Какими способами? Вот буквально там два способа я вам назвала, там два, да, сколько там, пробежаться,
Но это не так, что чуть-чуть, да, выбежали, дождик, холодно, все, я там легко одета, все, я это сделаю сразу. Да, вот что-то такое, когда вы почувствуете, что все, да, вы обессилели, но вы физически, да, вы обессилели, но эмоционально вы будете чувствовать, что вы эту цепь, да, этот замок вы его просто разрубили, да, ну и прокричаться, да, то тоже бывает полезно. Вот, не обязательно и действительно здесь нежелательно там бежать, догонять своего обидчика, да, там и кричать ему. Ну вот почему-то вот даже такая вот картинка пришла, что кто-то гоняет своего обидчика. Нет, здесь достаточно сделать то, что принесет облегчение именно вам. Потому что ваше спокойствие будет гарантировать вам приход нужных мыслей, нужных идей. Что еще здесь в этой ситуации? О чем дополнительно здесь хочет сообщить вам Вселенная? А после этого, кстати, вот новый поворот в вашей жизни. Новые вводные, новые данные. Это карта дурака. И эта карта у нас лежит вот такой стороной, когда мы говорим о том, что тоже все случится довольно-таки неожиданно, да? Открываете дверь, вот, и буквально это новое у вас уже стоит на пороге. Единственная, опять же, предупреждающая информация в этой карте о том, что безрассудно ко всему новому тоже не относитесь. То, что вы станете сильнее вот в том, что происходит, и вы можете этой ситуации потом управлять, да. Но почему-то мне здесь кажется, здесь захочется пуститься во все тяжкие. Возможность такая будет, да, вот подвернется. Ну, вот, почему-то, знаете, вот такая вот картинка, вот сразу любовная тема. Ну, может быть, она, потому что сразу популярная, да. Вас обидел мужчина, там, измена и так далее. В итоге вы выходите на какой-то уровень, когда он начинает жалеть. Там, может быть, бумеранг ему прилетает, да, и какое-то осознание. Вот. Вы понимаете, что он собирается к вам с разговором, и он собирается к вам вернуться, а вы тут знакомитесь с новым мужчиной, и просто не разобравшись, кто он, что он, да, вот просто на первое свидание, вот, и опять же, вот во все тяжкие. Вот. Карта обратной стороны дурака всегда нам скажет о том, что это может быть какое-то безрассудство. Это может быть то, к чему вы совсем не готовы. Вы это ждете, но к этому вы не готовы. Это реально может быть тот шаг, о котором вы пожалеете. Но тем не менее, давайте мы посмотрим это новое. Да, мои хорошие, вот только ваш разум, только ваш опыт поможет вам не наломать еще новых дров. Потому что ситуация, в которой вы оказались, здесь проявится вот какой-то вот такой вот, ну, вот каким-то зеркалом, да. Не знаю, это насколько это проверка или нет, здесь больше идет информация о вашей сатисфакции, да. Вы сможете кому-то что-то подтвердить, там, доказать, насолить, отомстить, вот. Но здесь, пожалуйста, только-только с разумом и все хорошенько взвесьте, потому что можете угодить в аналогичную ситуацию. Вот. Если же вы подходите абсолютно с мозгами, абсолютно так вот все взвесив, то здесь, видите, у нас туз пентаклей и тройка кубков. Прекрасных эмоций, новых впечатлений вы получите очень-очень много. И карта дурака нам всегда скажет, что это или новые знакомые, да, это новые возможности, это новый человек на пороге, это новая работа, это что-то такое, с чем вы еще ранее никогда знакомы не были. Ну, вот и тот вот момент, да, вот лишь бы вам здесь с радости, да, что все так хорошо получается, и вот какая-то возможность, не накосячи, да, не нарубив дров, так. Таким самым в итоге потом можно будет сказать, ну почему я раньше об этом не подумала. Вот, да, здесь получается самое главное предупреждение от высших сил, что здесь все получится, но будет момент, в котором вы можете оступиться. Вселенная вас предупредила, послушайтесь. Если послушаете ее советом, то, пожалуйста, здесь радость и, опять же, какое-то приобретение. Я думаю, что здесь по финансам, потому что у нас рядом и королева пентаклей, лежит возможность приумножить свое состояние, приумножить все то, что вы имеете на данный момент.
Да будет так, хочется сказать, в этом раскладе, потому что расклад позитивный, несмотря на то, что он начинался на такой очень минорной ноте, и прям в душе вот все здесь переворачивалось, но тем не менее мы видим очень хороший момент, вот, ну и предупреждение мы получили, так что, мои хорошие, в добрый путь, пусть все у вас получится, не забывайте, пожалуйста, лайки, не забывайте, пожалуйста, комментарии, поддержите, пожалуйста, меня и мой канал, залайкайте, закомментируйте, вот я вам буду очень-очень благодарна. А вот здесь вот новость, опять же, невероятная новость для вас. Тоже посмотрите на саморазвитие, на вашу жизнь, на новые события, которые будут происходить в вашей жизни в ближайшее время. Эти расклады, кстати, всегда резонируют, только они резонируют, ну, у каждого в свое собственное время, да. У кого-то сразу, кто-то уже наблюдает эти события, а у кого-то немножечко спустя. Поэтому данный расклад вы можете переслать себе там на запасной аккаунт, да, на запасную страницу, потому что как только наступает событие, начинаешь вспоминать, что-то же было такое, да, и хочется спросить, где, и меня часто спрашивают, Надежда, в каком раскладе вы говорили, я, мои хорошие, я не вспомню, да, я за день несколько раскладов записываю, и поэтому где, в каком конкретно раскладе я говорила ту или иную вещь, я вам, к сожалению, не подскажу, поэтому такие расклады обязательно сохраняйте, там, делитесь ими, возможно, там, с близкими, знакомыми, там, подругами, вот, потому что эти расклады всегда проигрываются так, как картами показано, уже много-много раз, да, убеждались, и это, конечно, удивление, вот, мои хорошие, но, тем не менее, поэтому держите оружие, мощное оружие в ваших руках, держите мощные подсказочки, и напоминаю, что новость для вас, она ждет вот здесь вот. Я с вами надолго не прощаюсь, до встречи в новых видео, пока-пока.